Мы приехали работать, а не отдыхать. С таким настроем Иван Барахтенко из Лабытнанги провел неделю на форуме «Территория смыслов». Студент юридического вуза на подобных мероприятиях впервые приехал в сообщество «Безопасность», чтобы больше узнать о работе силовых структур. Теперь он уверен, в выборе будущей профессии не ошибся. Мнение о силовых структурах, оно поменялось у меня, потому что, как бы, всем кажется, люди в погонах, люди в форме серьезные, а на самом-то деле это такие же люди, как и мы, все абсолютно дружелюбные, мирные. В этом году форум проходит в формате «Переговоры». Пересечения сообществ. Пока одна смена еще работает, другая уже заезжает. Люди, которые работают в разных сферах, в разных отраслях и никогда не пересекались друг с другом, оказываются на одной площадке. Они начинают решать совместные кейсы, знакомиться. И вот тут как раз-таки появляются смыслы. Они находят точки пересечения. На смену одним ямальцам приехали другие из сообщества управления. Анастасия Степанова из Нового Уренгоя этим летом поучаствовала уже в трех всероссийских форумах от Росмолодежи. На одном из них даже выиграла грант на развитие уличной культуры в своем регионе. Поэтому здесь готова делиться опытом. Жду, что я приеду полностью заряженная, что я смогу принести что-то в свой муниципалитет, какие-то новые практики, конечно же, новые знакомства, опыт и навыки общения с людьми. В такой обстановке проходит мозговой штурм над проектами. Образовательная программа очень насыщенная. Все по расписанию. Лекции, дискуссии, приемы пищи и спорт. Это особенно нравится Сержи Кельчина из Салехарда. Мне очень понравилось ходить на зарядку. Здесь в 7 утра зарядка начинается. У нас есть такой соревновательный элемент, когда клубы между собой соревнуются. Гамаки и бревна на поляне вместо кресел в душных кабинетах. Все располагает к творчеству. Организаторы надеются, что участники форума смогут создать здесь успешные проекты и воплотить их в жизнь. Валентина Акунская, Олег Кабрицкий. Время и мало. Москва.